Отлично. Давайте ночной режим включим. Не, нифига не видно. Ёхала, мене какала. Ребята, в этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, стаканчик, семка, пацаны, поздоровайтесь. Я маньяк сегодня. Всем привет. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Взяли мы карту FNAF 7, потому что она очень классная, мы давно не записывали. Джейсон, у меня есть что? Ставать невидимым, издавать конченые звуки и может нас убить с одного удара, я так понимаю? Да. Поэтому, ребята, надо быть очень внимательным. И еще хочу сказать, что он может перемещаться по вентиляциям. Закрываем все вентиляции сразу. Ай, не та кнопка, стой. О, и там закрывай. О, не закрывается? А здесь? Ё-моё, две вентиляции открыты? Да нам жопа. Тихо. Блин, пацаны, он так ходит, как будто это у нас туда кто-то ходит. А я запутать хочу. Страшно. Страшно, страшно. Кстати, у нас, ребята, по 20 хп. Это означает, что мы будем умирать с одного удара. Поэтому надо быть очень осторожным. Ты его видишь там? Нет, вот тут нет. А тут? Нема. Нема. Вроде. Может, давайте откроем двери? Я все равно успею закрыть. А, я его вижу, он тут прям. Он прям вот тут на картофанах сидит, я видел. Его не видно в невидимости, но его видно тенек. Ой. И подожди, я вспомнил, мне надо хлеба купить. Я успел закрыть. Молодец. На картофана, кстати, я сижу, еду, а он там сидит, чекает возле двери нас. А чё там стоишь? 5000 хп у него, ребят, это какой-то читер. А он не сможет меня убить, смотрите. Я вспомнил. Ой. Ой-ой-ой, ребятушки, все хорошо. Закрывай. Свой. Господи, о, боже, это так было стрёмно, когда он сзади меня бежал с этим мачете. У нас сегодня классный, кстати, этот коллектив. У нас Чубака, Диппер, и я играю за Спайдермена. Поэтому у нас все как всегда, на позитиве. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Нигде его нету. Не знаю, где-то ходит здесь. Идемте все вместе, если умрет. Ё-моё, это было рядом! Господи, что ж ты так пугаешь? Ёлки-моталки, откройте двери! Ё-моё! Я его боюсь! Ну! Ёлки! А, у меня аж волосы зачесались. Нет. Да блин, я не ожидал, что он меня обманет! Он еще убил кого-то! Зато я выжил. Ах ты хитрый жук, а где ты был, что ты выжил? А я бегал. Так, все, выходи. Ну тебя нафиг. Да отвали ты со своим мачете вонючим. Ха-ха-ха, ребята, это стрёмно. Открывайте вентиляцию. Давайте здесь так, откроем вентиляцию. Так, вентиляция открыта. Открывайте. А где он бьет? Где он бьет? Он за мной бегает. Двери открывайте быстрее. А левая дверь открыта. Ага. Я слышу, как он бежит куда-то. Вы. Отлично. Молодец. Красавелла. О, как раз за дверь ты был. Да. А кто-то из нас еще ни разу не умер, да, получается? Я. Все умерли. Стакан. Так что без стаканчика. Без стаканчика, но не нас. Ой, ёма! Господи, да что ж меня чуть стул с жопы не уехал. Ай, блин. Ну зачем ты так делаешь? Ну вы же не ожидали. Нет, если честно, я вообще не ожидал, что меня так быстро убьешь. Слева. Да стоит. Что ж ты задра... Фу, хорошо, что у меня было 100 хп. 75 осталось. У меня забыл жизнь выдать. А, ну ладно, все, выдал. О! Он сюда не достанет, он меня никак не убьет. Никак. А ты где? А-а-а, понимаю, вентиляция с интернета. Да, я такой, я хитрый жук. Вася, я вообще не помню.
А мне интересно, если вы откроете дверь, и он зайдет, он сможет меня как-то достать и убить или нет? Да. Ну, по идее, да. Каким образом? Проверим. На стол запрыгнет. Давай. А он прыгать может с контролом? Фиг знает. Ой, он зашел. Он зашел? Я вижу этого. Челебиздика, привет, Дарк Драгон, мочи дипера. Нет. Ты что, дурак, что ли? Джейсон, отвали. Мама, я вспомнил, мне надо хлеба купить. Он что, за мной будет лезть? Ха-ха-ха, я его вижу. Он быстрее меня лазит в вентиляции. Я с шифтом не могу. Беги, Дима, беги. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Нафига я сюда побежал? Нафига? Я уже жалею. Блин, это стрёмно, еще длинный туннель. Да не-не-не-не-не-не-не. Ты меня не догонишь. Я не вижу ни черта. Отлично, ребята, я выбрался наружу. Ну еще нет, я еще по вентиляции лезу. Красавелла, брателла. Блин, представьте, сейчас нос в нос с ним встречусь. Это будет прикольчик. Это будет страхово. Не-не-не, его нету. О, тут, кстати, написано «It's me». Убил наших! Yeah. Что ж ты такой негодяй, убиваешь наших? Теперь все на равных. Мы же любя. Я по-равному, да? Mm-hmm. О, привет. Я валю. Я вспомнил, мне надо хлеба купить. Ой-ой-ой-ой. Ты сзади меня лезешь? Блин, вот это именно выживание по вентиляциям. Надо ночной режим включить, чтобы он меня не видел. Я не вижу. Отлично, ребята, с ночным режимом я затащу. Он меня не видит. Я это сделал. Да, его нету нигде. Или там где-то он есть, но я его не вижу. Где-то есть? Я уже убежал. Отлично. Уже меня нету. Ребятушки, приближаемся куда-то. Ой, здрасте. О, я опять круг нарезал. Да что ж такое? Это что, дороги куда ведут все в одно место? Ой, ой. Ой, я опять вернулся. Короче, выходим с этой вентиляции проклятой. Проклятая вентиляция, да? Да. Так вот он тут, псих этот. Отвали от меня опять. Да дай выйти, пожалуйста. О! Ты летаешь нечестно. Клево. Так нечестно, ты читер. А кто запрещал? Какой запрещал? Нельзя убивать наших. Закрывайте двери. Так ты открыл дверь, ты не имеешь права открывать двери. А маньяк может. А, отвали. Бегите, глупцы. Все, я, короче, этот заныкался у нас в офисе. Че, пацаны, где он? Не знаю. В жопе мира? Я слышу, он там ходит. Ребята, осторожно. Осторожно, не спеша. Вы видите? Слышите звуки, когда я исчезаю. Пацаны, инфо, где он? Да. Инфо. Не, вот это уже неизвестно. Неизвестно, да? А я вам сейчас скажу, где он, этот читер вонючий. Ой. Ты что тут делаешь? Да что ты тут делаешь, придурок? Ты испугал, блин. Чикнул охранника, нов. Да что он всех убил опять? Ах ты негодяй такой. Вот так, значит. Хорошо, ребята, сейчас будем очень играть осторожно. Очень. Пошел нафиг. Да уходи с нашего офиса, а тебя воняет говной. Слышь ты, мы же не так не договаривались. Вот отлично, убил еще одного нашего. Так вот чего я радуюсь, надо плакать. Так, ну что, вы его видите? Нет. А, да, вижу. Где он, инфу? У нас. Так интересно. Интересно, говорит, да? Хорошо. Ты чувствуешь власть над нами, да? Так, да. Где он? Он в офисе в невидимости. А что ты открываешь двери? Ты же не имеешь права этого делать. А он там был.
Так. Сидим. Где этот челепиздрик ходит? Хрубик. Пацаны, не давайтесь ему живым. Беги, лес. Он заперся. Где он? В офисе. Окно будет открывать дверь, и сразу закрывайте. Ой. Я даже челик со страхом. Убил нашего одного. Так, осторожно. Ой. Осторожно, где этот он псих? Вышел. Я вижу, и вот он бегает, он не сможет охранника убить никогда. Вы бегаете, конечно, ничего. Не, ну так ты у нас уже убил сколько раз? Умением бери. А умение? Да блин, что тебя дверь не убивает? А-а-а. Я думал, дверь его убьет, он по башке. Это же железная башка у Джейсона. Значит, умением, да? Тихо, идемте. Что такое? Ой. Ой. По башке. Так бывает, отлично. Ничего, сейчас прилечу. Ой, прикольная комната. Она не открывается. Ой, куда это я попал? Стопэ. О. Беги. Просто беги отсюда. Почему? А сейчас увидишь, жопа нам всем будет. Быстрее надо. Просто быстро убегать к центру карты. Ах ты, тварь! Он тут! Беги. Его отталкивает выстрелами. Слышь, ты читер. Так же честно. Быстрее сюда. А, решетку поставил. Ах ты хитрый жук. Это чтобы мы не убежали? Только не убивай! Мы так сейчас смерть встретим все вместе. Сделал то, что я думаю. Да, я это сделал. Да, Джейсон, ты же добрый. Мы с тобой же вчера сидели и отдыхали. Ну что ты лезешь ко мне? Я тебя вижу. Ребята, ну что, приближаются две черные стены. Что дальше будет, мы не знаем. Ладно, я знаю, я все знаю, потому что бывает карты обновляют, и мы все стараемся проверить. Слышь, щенок, ну отвали, ну сейчас будет классно же, ну. О, вижу. Я рыбака нашел. Отлично, давайте ночной режим включим. Не, нифига не видно. Ёхала, манекакала. Да что ж я забыл за это. У вас тоже был скример у всех? Да. Ой. Дэр Драгон, ты подлец вонючий. Самоубийство сделал. Да? Да. А где ты? Иди к нам. Я тебя в офисе жду. Ух ты, как мне глючит, интересно. Давай, жду тебя в офисе. Смотри, я тебе подарок сделал. Бери, кушай. Подожди. Неправильный подарок. Ух ты! Я свой взорву подарок, быстрее. Есть. Твой тоже взорвался. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрим мои ролики еще.